пятый раз в преддверии 9 мая в Шумерле прошел республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы». Экзаменаторами по традиции стали представители общественной организации выходцев из Чувашии, товарищества офицеров, сыны Отечества. Чеканный шаг, строгий взор. В Шумерлинском парке Победы у памятника неизвестному солдату в пятый раз собрались кадеты со всей республики, чтобы доказать, что они лучшие. К этому смотру тщательно готовятся и гости, и хозяева праздника. По доброй традиции участники конкурса сначала возложили цветы к личному огню и поблагодарили ветеранов. У нас особенный дух. И этот дух победителей вам удалось пронести сквозь тяжелейшие годы и передать его нам. Особый дух пронесли сквозь все испытания в этот день и кадеты. Около 300 ребят из 16 муниципалитетов демонстрировали умение обращаться с оружием. Неполной разборки сборки автомата. Приступить. Легко и плавно кружили в ритме вальса и печатали шаг. Специально для них центральная улица города в этот день была перекрыта. Ребята из шумерлинского клуба «Гусары» в смотре-конкурсе уже не раз занимали призовые места. Хотелось победить и в этот раз, но получилось не все. Были ошибки, нельзя сказать, что все было идеально, но тем не менее мы будем пытаться их исправить. А какие ошибки в основном были? На мой взгляд, в основном это были ошибки командира. Жарко было и на стадионе, где кадетов проверяли на выдержку и выносливость. Для девочек подъем туловища, для мальчиков подтягивание. Втягиваю, недоволен. Сколько раз успел потянуться? Сейчас, на данный момент, 15 раз. А обычно сколько максимально можешь? 20. А еще предстояло выдержать теоретический экзамен, где были вопросы и об истории родного края, и о его знаменитых земляках. Экзаменаторам, в числе которых были именитые гости товарищества офицеров сына Отечества, было непросто. Порой ребят от победы отделяли лишь десятые баллы. Были и рекорды. В 1964 году рекорд ДОСААФ, Асхинской ДОСААФ, сделал тогда молодой Андрей Фалеевич 28 секунд. Разборка неполной автомата. А тут рекорд Асхвы побил. Можно пожать еще раз его отдельную руку. Призеров во всех категориях и во всех возрастных группах ждали медали и грамоты. Но наибольшее число наград в этом году досталось кадетам отряда «Юные пограничники». Они же и увезли в Батрево переходящий кубок победителей. Каждый день старались как можно больше тренировок делать, как можно дольше и больше. Что помогло? Вера в победу, командный дух. Но тренировки на этом вряд ли будут окончены, ведь в следующем году этим ребятам предстоит защищать честь республики на всероссийском смотре уже в Москве. А дальше подготовка к поступлению в ВУЗ. С направлением эти ребята определились давно. По числу курсантов Чувашская республика уверенно занимает первое место, ну, если на душу населения провести. Я вам скажу так, только в Москве у нас в 5 учебных заведениях учатся, военных учебных заведениях учатся почти 150 курсантов. Это, понимаете, только в Москве. У нас и в Рязани учатся, и в Вольске, и в Санкт-Петербурге, в других городах, в Казани очень много наших курсантов. Поэтому вот по числу курсантов мы занимаем уверенно первое место. И как бы дальше ни сложилась судьба этих ребят, кадетское братство останется с ними на всю жизнь. Светлана Позднякова, Леонид Петров, Виктор Степанов. Вести Чувашия.